прогресс не остановить. Цивилизация стремительно набирает обороты, диктуя свои правила, определяя свои законы для каждой сферы жизни, в том числе и в развитии средств массовой информации, газеты, радио, телевидение, интернет. Со вступлением человечества в эру новых медийных технологий изменилось многое, но неизменными остались те принципы, по которым должны работать источники информации. Очень важно, чтобы не было искажения фактов, чтобы не было, скажем, искаженных интерпретаций того или иного события. Критерии, именно оперативность информации, объективность, конечно же, должны быть главенствующими в работе средств массовой информации. Сейчас приоритеты разделились. Если раньше источником информации всегда была газета, потом телевидение, то сейчас приоритеты молодежи – это уже интернет-пространство. Поэтому с учетом изменившихся реалий, наверное, нам нужно тоже как-то больше внимания уделять наиболее востребованных молодежью способов получения информации. Поэтому я думаю, что сегодня состоится такой принципиальный разговор на эту тему. Разговор состоялся принципиальный. Высказываться мог каждый. Выступали начальники отделов идеологии предприятий и организаций. Люди, курирующие СМИ, и те, кто является непосредственно работниками газет, радио и телевидения. Говорили о многом. Высказывались разные мнения. Ну и депутаты, и выступающие сошлись в одном. Должна быть ответственность каждого автора за выданный материал. Это показатель его души. Никто не призывает писать только на нужные темы, делать заказные публикации и сюжеты, но следует помнить, что искаженный факт, лживое, непроверенное слово порой ранит очень серьезно. Ложь может пресечь мир, прежде чем слово истины сорвется с уст, сказал кто-то из историков. И сегодняшние реалии тому подтверждение, потому очень важно не быть голословными, подтверждать каждый факт комментариями профессионалов, специалистов. Люди должны получать оперативную информацию о том, что происходит в городе, какие мероприятия, какие процессы, события. Это очень важно. Давать информацию оперативно, ну и, безусловно, давать информацию объективно. Поэтому в качестве вот такого пожелания для наших средств массовой информации я бы хотел отметить, вот когда готовится материал, при подготовке материала обращаться необходимо, конечно же, за комментариями к профессионалам, к тем людям, которые компетентны в тех или иных вопросах и могут именно профессионально прокомментировать ситуацию. Сегодня люди имеют колоссальные возможности в оперативном получении разнообразной информации, качественной, объективной, разносторонней, человечной. Исходя из оптимума этой гармонии человечности и качества, и должны работать те, кто владеет информацией. Ведь не зря говорят, тот, кто владеет информацией, владеет миром.